Украину ждет большое будущее, если она сумеет побороть коррупцию. Так считает бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. В Киеве известный американский политик, он приехал с публичной лекцией по приглашению фонда Пинчука. Республиканец призвал начать антикоррупционный марш в Украине с высших эшелонов власти. Напомню, Джулиани один из самых успешных мэров Большого Яблока в этой должности. С 1994 по 2001 год он эффективно занимался как раз борьбой с организованной и экономической преступностью в Нью-Йорке. Украину ждет невероятное будущее. У вас богатые природные ресурсы, предприимчивые и работящие люди. А еще теперь вы обрели свободу. У вас есть все, чтобы стать успешными. И единственная преграда – это коррупция. Коррупция должна быть исключением, а не правилом. И чтобы от нее избавиться, нужно начинать борьбу в высших эшелонах власти.